The prophecy of Amos was written around 750 BC. Пророчество Амоса было написано в период с 760 по 750 годы. This was about 30 years before the fall of the Northern Kingdom. Это было за 30 лет до падения Северного царства. One date you will want to fix in your minds is 722 BC. Пожалуйста, запомните одну дату. That is the date when the Assyrians destroyed the Northern Kingdom of Israel. 722 год до Рождества Христова, до нашей эры, когда Израиль был завоеван Ассирией. And Amos ministered in the Northern Kingdom of Israel. Амос пророчествовал к Северному царству. Even though he was personally from the Southern Kingdom of Judah. Несмотря на то обстоятельство, что сам он был из Южного царства, из Иуды. He came from the city of Tekoa. Он родился в городе Фекоя. Which is a town about 15 kilometers southeast of Jerusalem. Примерно 15 километров к юго-востоку от города Иерусалима. Amos was not a man from a wealthy family. Амос был родом не из богатой семьи. He was not from any family of any prestige. И никакого социального положения высокого в его семье тоже не было. Amos was a man of the fields. Это был человек полей. He was a shepherd. Он был пастухом. And a cultivator of sycamore figs. И также возделывал сикаморы. So many of his images from his prophecy comes from the natural world. Именно по этой причине многие из рисуемых им образов взяты из природы. So we should think of Amos as a missionary. Об Амосе можно сказать, что он был миссионером. He came from the south to preach to the north. Он вышел с юга для того, чтобы проповедовать северу. He was an outsider. Он был аутсайдером таким. And you can imagine if you were from, say, Kursk. Человеком извне. И вы можете себе представить, что, предположим, вот вы из Курска. Being called by God to preach to or preach against some city that is far away from Kursk. И вот вас Бог призывает идти и говорить пророчество какому-то городу, который находится очень далеко от Курска. Say to Tula or to Moscow. Ну, предположим, Москву или в Тулу. To Chechnya. В Чечню, например. This was what Amos was called to do. Вот примерно к этому Бог и призывал пророка Амоса. Go from his home to another place to preach. Выйди из своего дома и иди в другое место, и там провозглашай мое слово. Now, in a little bit we will study the book of Hosea. Немного погодя, мы с вами будем изучать книгу Осии. Hosea is all about the love of God. Вот Осия говорила о любви Божией. But Amos, our prophet. Но Амос. Amos is all about the justice of God. В основном подчеркивал справедливость Божию. Amos prophesied during the years that Jeroboam II was the king of Israel. Амос пророчествовал в период царствования Иеровоама II в Израиле. This was a time of great material prosperity for the nation of Israel. Этот период времени характеризовался материальным благополучием в израильском народе. It was a time when people were becoming wealthy. Люди становились более богатыми, более состоятельными. And many of the losses of property were being regained by Jeroboam II. И вот те территории, которые были утрачены в прошлом, снова прирастали при Иеровоаме II. But the time of Jeroboam II was a time of moral decay. Но вместе с тем следует отметить, что время Иеровоама II было также временем нравственного упадка и разложения. And spiritual apathy. И духовной апатии. And there was great oppression of the poor. Притесняли и угнетали бедных людей в это время. So Amos foretold. Итак, Амос предсказал. But he never named the invader Assyria who would come and destroy Israel. О том, что Израилю грозит опасность, грозит пленение, разрушение, но он никогда не называл, от кого это будет. It's always helpful at the beginning of a study to have sort of a map of where we're going. В самом начале изучения хорошо бы представлять себе чисто визуально какие-то события, города и времена. So I would suggest that the book of Amos divides into two sections. Мне кажется, что книга пророка Амоса может быть разделена на две основные секции, на два раздела. A little bit different than the outline you have. И может быть у вас в ваших распечатках немножечко другое разделение. Chapters 1 through 6 are five separate sermons.
Главы с 1 по 6 это 5 разных обращений к народу. Chapters 7 through 9 are 5 visions. 7-9 это видения. Now we will turn to the very first sermon that Amos gives. А теперь давайте обратимся к самому первому посланию, к самому первому обращению пророка Амоса. Now, for the most part, in class, I will not read the words of Scripture. В основном я не буду обращаться к стихам Священного Писания, мы не будем их читать. I'll make reference to the verses we're covering. Я просто буду называть те стихи, о которых мы сейчас говорим. But I'll look for you to read the passages on your own. Но вместе с тем я ожидаю, что вы сами будете эти стихи читать. During the course of our class, I want all of you to have read all 12 of the minor prophets. И за время наших с вами занятий я хочу, чтобы вы ознакомились с содержанием всех 12 малых пророков. Хорошо? Хорошо. All right. The prophecy begins with the word of the Lord. Пророчество начинается со слова Господня. And he says that the Lord roars from Zion. И здесь говорится о том, что и сказал Господь, возгремит Сиона. Now, of course, Zion is Jerusalem. It's where the Lord dwells. И, конечно, Сион — это Иерусалим, это то место, где пребывает Бог. There's judgment coming. Грядет суд. He says that Carmel dries up. Кармил, говорится, здесь дальше, иссохнет. Carmel was a beautiful mountain on the Mediterranean coast. Кармил — это прекрасная гора на побережье Средиземного моря. Rose 600 meters above the sea. Возвышается примерно на 600 метров над уровнем моря. And it was known to be a lush, beautiful mountain. И вот эта гора Кармил считается одной из самых красивых гор. So if anything could make Carmel become desolate, this must be a terrible judgment. И вот если говорится о такой красивой горе, что она иссохнет, значит, суд действительно будет грозным и страшным. And what Amos goes on to do is to give a series of devastating prophecies against various nations. И вот что дальше продолжает делать Амос, он говорит грозные слова в отношении разных народов. First up, a prophecy against Damascus. Сначала он провозглашает, что грядет суд над Дамаском. There is a phrase repeated over and over again. Здесь постоянно одна и та же фраза повторяется. For three transgressions and for four. За три преступления и за четыре. Now, this is a Hebrew idiom, just means for multiplied transgressions. Это древнееврейская идиома, устойчивое выражение, которое означает множественные преступления, множественные грехи. It's really just a way of saying that her transgressions are beyond counting. Другими словами, когда используется эта идиома, речь идет о большом количестве грехов. And so the first is Syria, and the capital of Syria is Damascus. Итак, вначале провозглашается суд над Сирией и столицей Сирии, городом Дамаск. I'm going to try my hand at drawing a little bit of a map here. Я сейчас попытаюсь здесь немножечко изобразить схематично на карте, где что располагалось. Now this would be the Sea of Galilee in the north. Вот это море Галилейское на севере. This over here would be the Mediterranean Sea. Здесь у нас Средиземное море. This is the Jordan River. Это река Иордан. And this is the Dead Sea. А это Мертвое море. Over here would be Israel. Здесь Израиль. And down south is Judah. А здесь Иуда. And if this is the map of the Holy Land, this would be the city of Damascus. Если вот эта карта Святой Земли, то вот здесь примерно располагается город Дамаск. So you can see that it's probably 100 miles, 130, 140 kilometers away from the nation of Israel. То есть вы видите, что этот город расположен примерно в 130-140 километрах от народа израильского, от того места, где жил народ израильский. Some of the other prophets made prophecies against foreign nations. Некоторые другие пророки также пророчествовали против чужеземных стран. Ezekiel, Jeremiah, Isaiah all did this. Иезекииль, Иеремия, Исаия, все они говорили пророчества, обращенные к другим народам. Now, the prophecy against Damascus is for a particular reason. Пророчество против Дамаска было провозглашено, возвещено с определенной причиной.
says that he will, Amos says that God will send fire upon the house of Hazael. Бог говорит, could you name the verse? Verse 4, sorry. Бог говорит о том, что он пошлет огонь на дом Азаила. And they will be, Hazael and the city of Damascus will be destroyed because of their cruelty. Азаил и другие, и Дамаск будут разрушены из-за их особой жестокости. Specifically for their cruelty during the days of Ben-Hadad and Hazael. Особенно во времена Азаила и Винодада. Because Damascus had been cruel, she will be visited with cruelty herself. И поскольку сам Дамаск проявлял жестокость по отношению к другим народам, то и он будет разрушен и уничтожен с особой жестокостью. Damascus was a beautiful city. Дамаск был прекрасным городом. The Arabs have a saying. У арабов даже есть такая поговорка. If there is a garden of Eden on earth, если it is Damascus. Если на земле есть рай, то это Дамаск. And if it is in heaven, Damascus is most like it on earth. А если рай находится на небесах, то он подобен Дамаску на земле. But God says, I will destroy Damascus. Но Бог говорит, я уничтожу Дамаск. Following that, there is a judgment against Philistia. А после этого провозглашается суд над Филистией. Beginning in verses 6, 7, and 8. В 6, 7, 8 стихе. Now this, the region of Philistia, is over here by the coast. Теперь обратите внимание, что область Филистии находится здесь, на побережье. This area right in here вот is здесь. Philistia near the Mediterranean Sea. Это Филистия на побережье Средиземного моря. Gaza is referenced. Здесь упоминается Газа. Gaza is one of the five major Philistine cities. Газа один из пяти основных городов Филистии. And they fall under God's judgment because they deported an entire population. Они попадают под осуждение Божье, потому что вывели, брали в плен весь народ. Jerusalem's refugees were fleeing away from the Babylonians. Беглецы из Иерусалима were fleeing away, убегали от вавилонян. This is actually a prophecy. And as the Jerusalem residents were fleeing, и вот когда люди из Иерусалима бежали, the Philistines turned them back over to the Babylonians and wouldn't let them flee. Филистимляне останавливали их и возвращали в Вавилон, то есть не давали им убежать. And you can read about this in 2 Chronicles chapter 28. Об этом можно прочитать во второй книге Паралипоменон в 8 главе. So because of that, Philistia will be judged. По этой причине Филистия также подвергнется суду. Then we have a judgment against another nation, the nation of Phoenicia. Грядущий суд над Финикией. Tyre is the symbolic head of the nation of Phoenicia. Тир – это символ Финикии. It's located on the coast of the Mediterranean Sea. Также расположен на побережье Средиземного моря. To the north of Israel. К северу от Израиля. The Phoenicians were seafaring people. Финикийцы занимались мореходством. And they committed a similar crime to the Philistines. И они занимались теми же преступлениями, совершали те же преступления, что и филистимляне. They sold prisoners of war for profit. Они брали людей в плен и продавали их, занимались работорговлей. Now the sin of the Phoenicians was even more grievous than that of the Philistines. Суд над Финикией еще более страшен, чем суд над Филистией. Because in times past there had been a brotherly covenant between David, King David of Israel, and King Hiram of Tyre. Даже можно сказать, воспринимается такой суд более печально, потому что между царем Давидом в Израиле и царем Хирамом в Тире был заключен некогда братский совет. So there is a betrayal of loyalty here. То есть здесь мы говорим о некой преданности, верности, как некогда существовавшей. And this judgment was fulfilled when the Babylonians destroyed Phoenicia. Суд совершился тогда, когда вавилоняне захватили Тир, Финикию. ТВ-семинарии – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Okay. Now we continue through this passage, and there's now a judgment against the nation of Edom. Дальше мы с вами продолжаем изучать вот эти самые суды, и следующий суд провозглашается над Едомом.
Edom is south of the Dead Sea. Находится он к югу от Мертвого моря. This whole region to the south. Вот вся эта область к югу. And for three transgressions of Edom and for four, и опять-таки, говорится за три преступления и за четыре не пощажу его. Now Edom was related to Israel. Едом был связан с Израилем. And you may remember the story of Jacob and Esau. И, наверное, вы помните историю Иакова и Исава. Twin sons. Братья-близнецы. And they were even quarreling in the womb. Mm-hmm. But then, они ссорились уже в утробе материнской. But then Jacob gained the preeminence. Но потом Иаков получил превосходство, преимущество. And Esau, the older brother, was not favored. А Исав не был в таком благоволении, хотя он был старшим братом. Esau never forgave Jacob for that. Он так и не простил за это брата. And the people who arose from Esau became known as the Edomites. И потомки Исава стали называться Эдомлянами. And because of Esau's continual hatred of his brother Jacob. Из-за того, что между Исавом и Иаковом так и продолжались такие враждебные натянутые отношения. God says in Amos that Edom will be judged. Бог в Амосе говорит, и суд будет над Едомом. Now the judgments continue. You can hear this is one sermon by Amos. Вот эти суды, провозглашение этих судов продолжается. Это звучит как такое одно обращение, одно большое послание, которое говорит пророк Амос. And the next judgment is against Ammon. Следующий суд, который объявляется, суд над Амоном. Now the start of the nation of Ammon is one of the sadder stories of the Old Testament. Эта нация, этот народ возник в результате очень печальных обстоятельств. This is the story of how Lot and his daughters became the source of the Ammonites and the Moabites. Это та самая история, когда Лот вместе со своими дочерьми породили народы, породили аммонитян и моавитян. And that story is recorded in the book of Genesis. В книге Бытие мы читаем об этой истории. But the Ammonites joined the Chaldeans, the Babylonians, in invading Judah for plunder. Но они вместе с халдеями, аммонитяне имеется в виду, напали на Иуду и разграбили ее. So they took advantage of the people of God. Другими словами, они воспользовались народом Божиим. And God says, I will turn the tables and I will bring judgment on you, Ammon. А Бог говорит, нет, я теперь провозглашаю суд над тобой, Амон. Not surprisingly, not only is Ammon judged, but Moab is judged as well. Неудивительно, что суд провозглашается не только над Аммоном, но и над Моавом. But there's a specific reason for Moab's judgment. Но также здесь есть очень конкретная причина, по которой на этот народ грядет суд. If you were reading along while I was mentioning Ammon, you will see that one of the things they did was the atrocity of killing unborn children in the wombs of the mothers. Вот в 13 стихе, если внимательно читать книгу Амоса, написано: «За три преступления сынов Амоновых и за четыре не пощажу их, потому что они рассекали беременных в глади, чтобы расширить пределы свои». То есть моавитянам вменяется тот же самый грех – умерщвление нерожденных малышей в утробе матери. So obviously that is a horrible atrocity committed by Ammon. Мы понимаем, что это было ужасное преступление, которое совершали аммонитяне. Moab's sin was different than Ammon's. Прошу прощения, вот грех моавитян отличался от греха аммонитян. And Ammon or Amos faults Moab for burning the bones of the king of Edom. Моавитянам в данном случае вменяется в вину, что они надругались над мертвым телом едомского царя. Они извлекли его из гроба и сожгли его, пока кости не побелели. So Ammon destroyed the unborn. Если аммонитяне разрушали и убивали младенцев в материнской утробе, and Moab destroyed those who had already died. То моавитяне совершали надругательство над теми, кто уже усоп, над теми, кто уже умер. But by both nations there was a complete wholesale disregard of human life.
Но и в том, и в другом случае мы с вами наблюдаем абсолютное пренебрежение к ценности жизни человека. And God says here that he will put an end to Moab and Ammon. А здесь Бог говорит, что я положу конец и Моаву, и Аммону. And sure enough, today we never hear of Ammonites or Moabites, do we? И сегодня мы с вами уже не слышим о народах Моавитяне и Аммонитяне, не так ли? Okay, the next judgment is against the nation of Judah. А следующий грядущий суд провозглашается над Иудой. Remember, Israel in the north, Judah in the south. Вы, наверное, помните, что Израиль на севере, Иуда на юге. And to which nation is Amos preaching? Амос обращается к кому? К югу или к северу? Israel, to the north, to the north. So now, in chapter 2, verses 4 and following, he is prophesying against the south, Judah. А вот смотрите, во второй главе, с 4 стиха и далее, Амос пророчествует против как раз юга, против Иуды. But as you read verses 2 and 5 against Judah, or 4 and 5, excuse me. Но когда мы читаем стихи 4 и 5, которые обращены против Иуды, you will see that there are different kinds of sins in view. То можно увидеть, что здесь как раз рассматриваются другие грехи, грехи другого рода. With the other nations, it was all atrocities against people. Если при рассмотрении других народов пророк упоминал преступления против людей, but God faults Judah for her idolatry. Здесь в обращение к Иуде. Речь идет о лже-богах, об идолопоклонстве. For her sins against God himself. То есть Бог теперь говорит, что вы пренебрегаете мною, вы грешите против меня. Now, Judah might have thought, because she was part of the people of God, иудеи могли подумать, что поскольку они принадлежат народу Божьему, she would escape judgment. Они избегут наказания, они избегут суда. But not so. Но это не так. Because she was part of the people of God, she would be judged even more severely. Именно потому, что они являются народом Божьим, составляют его часть, они подвергнутся еще более серьезному, более страшному суду. Okay. Now, if you are an Israelite living in the Northern Kingdom. Вот если бы вы жили в Северном царстве, были израильтянином. And you have been listening. All of these nations have been judged. И вы бы слушали вот все вот эти обращения пророка, все вот эти провозглашения против других народов. Damascus. Дамаск. And Phoenicia. Финикия. And Philistia. Филистия. And Edom. Едом. And Ammon and Moab. Амон, Моав. And Judah. И даже Иуда. How are you feeling right about now? Вот если бы вы жили на севере, как бы вы себя чувствовали в этот момент, когда бы услышали о грядущих судах на эти народы? Feeling pretty good? Вам бы было приятно от того, что Бог поразит их? Угу. Everybody else is going to get judged. Конечно, всем им так и надо. Все будут судимы. But God hadn't said anything bad about us. Бог ничего плохого про нас не сказал, подумали бы жители Северного Царства. We're doing great up here in Israel. Значит, здесь, в Израиле, у нас все в порядке, ничего плохого мы не делаем. Well, now we come to the judgment against Israel. Ну вот дело доходит как раз до суда над Израилем. And this is the real burden of the whole book. И на самом деле весь акцент в книге как раз на этом суде. And what Amos has been doing in this whole sermon. И что Амос делает в своем послании? Has been preparing the way for him to blast Israel for her sin. Это как раз готовит, предваряет провозглашение суда над Израилем. And now the word of the Lord comes to. А вот теперь слово Господне обращено. Курск. Курску. San Antonio. Сан-Антонио в моем случае. It comes to the people to whom he's writing. То есть как раз к тем людям, к которым он непосредственно и обращается в своей книге. And this is where the word of God becomes so personal. А именно здесь слово Божье становится настолько личным. Look at what God calls Israel to account for. Verses 6 through 8. Смотрите, за что будет судить народ израильский Бог с 6 по 8 стихи. There is oppression and immorality. Смотрите, здесь и притеснение бедных, и безнравственность. Judges take bribes. Судьи берут взятки. The poor are taken advantage of. Над бедными глумятся и ими пользуются.
They're guilty of unbridled lust. Также в беспредельной похоти обвиняется этот народ. In verse 7 it says a man and his father resort to the same girl. Смотрите, в 7 стихе говорится о том, что даже отец и сын ходят к одной женщине. As they partake of temple prostitution. Чтобы бесславить святое имя мое, поскольку они все ходят, ну, имеется в виду отец и сын, ходят к храмовой проститутке, да, к одной и той же. And these are all sins being committed by the people of God in Israel. То есть все эти грехи совершаются народом Божьим в Израиле. Now this sermon begins to move toward wrapping up in verse 9. Вот это послание завершается в 9 стихе. And this is where God reminds the people of his former mercies. Здесь Бог напоминает народу своему о тех милостях, которые он являл ему раньше. And if we today were going to just start remembering all the times that God had delivered Israel. Если мы с вами сейчас начнем вспоминать и перечислять все те моменты и события, когда Бог избавлял свой народ, we could come up with a wonderful list of God's deliverances. Можно составить длинный список вот таких вот событий. If I was to ask you, what are some of the deliverances God had performed for Israel? Вот если бы я сейчас спросил вас, назовите какие-то события, какие-то моменты, когда Бог избавлял свой народ. What would come to your mind? Что бы вы назвали? Египетский плен. The Egyptian captivity. The Egyptians. Anything else? Что-нибудь еще? Ну, различные войны с Филистинами. Different wars with Philistines, for example. Okay, very good. Ну, всякие кормежки в пустыне. Giving food in the desert. Yes, exactly. The wilderness wonders. Wonders. Yes, yes. Пророк выбирал из этого народа. Giving prophets. Yes, prophets. All the times that God delivered them during the period of the judges. Всякий раз, когда Бог освобождал, защищал свой народ во времена судей, помните? So God is saying, I've been so good to you. Другими словами, Бог говорит, я был настолько милостив, настолько благ к вам. And yet, look what you have done to me. А посмотрите, как вы сейчас поступаете со мной. He says in verse 11. В 11 стихе он говорит. Some of the people of Israel had become Nazarites. Некоторые люди из народа израильского стали назареями. Nazarites take certain vows. Вы знаете, что есть назарейский обет. Do you know what the vows of the Nazarites are? В чем он состоит? Не пить вина, не стричь волосы. Don't cut hair, do not drink wine. Do not eat meat. Okay. Do not get married. Okay. Who is the most famous Nazarite in all of Israel history? За всю историю Израиля можете назвать самого знаменитого Назарея? Samson, the strong man. Samson. Samson. John the Baptist. And thank you. Спасибо. And then here in Amos, they make the Nazarites drink wine. А здесь смотрите, в 11 стихе говорится: сыновей ваших я избрал пророки из юноши ваших Назарея. А вы, Назареи, в этот 12 стих, поили вином и пророкам приказывали, говоря, не пророчествуйте. Смотрите, вот этим освященным, отделенным для Бога людям, они говорят, пейте вино, побуждают их к нарушению обета. And then to prophets they say, don't prophesy. А пророкам дальше написано, говорят, не пророчествуйте. So God says, итак, Бог говорит, I am weighted down by your sin. Грехи ваши уже гнетут меня. I think the sense here is that God is so burdened by the sin of Israel. Мне кажется, что здесь такой смысл выражается, что Бог настолько уже угнетаем грехами своего народа. It's like a coiled spring being pushed lower and lower and lower by pressure. Это все равно, что взять пружину и положить на нее сверху какой-то груз, и пружина вот как бы сжимается под действием этого груза постоянно. And it will finally burst forth. А потом доходит до какого-то момента, когда она разжимается, эта пружина, и сбрасывает с себя что-то, да, что было на нее положено. Вот так и Бог говорит, я терпел, 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 а теперь я провозглашаю над вами суд. And there will be no escape whatsoever. И вы уже не избежите этого суда, вы не избежите наказания. Some may try to run away, кто-то из вас попытается бежать, but the swift of foot will not escape. Но вот verse 15. В 15 стихе написано: не стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит. Some may try to ride horses as fast as they can to escape. Не сидящий на коне не спасет своей жизни. That won't work.
The bravest of the warriors will not be able to escape. И дальше 16 стих. И самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь. And Amos says that escape is impossible. То есть Амос говорит, никто не убежит. Judgment is inevitable. И наказание неизбежно. And that is the first sermon that Amos gives in this book. И вот это первое послание, которое говорит пророк Амос в своей книге. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.